Друзья, всем привет! Канал 1, 2, 3, 4, 5, вышел зайчик погулять. Нахожусь на пересечении дорог с квартала, я не знаю, как этот мост называется, улица Михаила Миля и Петра Витра. Михаил Миля вон туда идет, а Петра Витра вот сюда. Что я вам хочу показать? Вот это здание. Управление Федеральной миграционной службы. Ну, представьте, сюда ходит только один вид транспорта, автобус 35 маршрута. А что делать людям, у кого нет своего личного транспорта? И где его здесь ставить, непонятно. Вот. А что делать иностранцам, которые приезжают? Это очень неудобное место. Ну, нынче неудобное место, скажем так. Неудобство составляет в том, что здесь, вот смотрите, ни светофоров, ничего здесь нет. Как переходить дорогу, непонятно. Конечно, я стою здесь рядом с остановкой. Вот она. Вот. И все. Короче, это аппендикс. Вот прям аппендикс. А раньше, значит, службы управления Федеральной миграционной службы были в городе, ну, так скажем, ближе к центру, где развита транспортная развязка, куда можно приехать бы не на транспорте и уехать не на транспорте. Друзья, напомню, канал 1, 2, 3, 4, 5 вышел зайчик погулять. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. На наш канал подписывайтесь. Будьте с нами. Нижайшая благодарность людям, которые подписались, смотрят канал и поддерживают его.